Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, вы на канале Фунзы. Что ж, продолжу играть на Invite the Falling. Я тут решил все-таки довыполнять гребаный азарт, а то он-то долго у меня, капец. И тут я, кстати, пока ехал до этого задания, открыл там полицейскую машину, и мне тут выпал автомат Кубышка. Прикольное название. Не знаю, что особо делает этот автомат. Но это вон видно, что как бы пистолет-пулемет. Ебать, тут зомби. Ебать, а он довольно-таки неплохой, слушай. Ну еще бы я сам по головам стрелял хорошо. Ну ладно. Арбалет-то получше у меня будет, то что он... ну не тратит, а... то есть ты можешь выстрелить, а потом подобрать обратно болт. Какая-то могила прям. Тут еще он отмечается, вон зона. Гнездо прыгнув рядом. Оно будет заданием или нет? А вообще вот эти вот гнезда прыгунов, что не задание. Тут, если их зачистить, это гнездо, там тоже даст очки выживаемости? Или нет? Там еще вдалеке что-то мигает. Че это такое? Так, ладно, я, короче, свет включу. Нужна могила Тома. И нужно следовать подсказке. Какой подсказки? Не, ну конечно смачно, у них бошки разлетают, блядь. Давай, подойди ко мне, шоколадка. Ну заебись, ночь начинается. Бам. Так, ну минус башка. Блядь. Да чё? В смысле, я же всех убил. Вы чё опять зареспаунились? Давай, иди сюда. Сюда, сюда, иди, давай, давай. Давай, давай. Бам, нахуй. И тебя тоже, да? Сигареты. Доллары. Да, блядь, это издевательство. Съебалась нахуй. А что у тебя с грудью? Тебе нахуй ребра пробили. Так, что это за могила? Череп мандала. Так, а здесь? И что это было за осмотр, блядь? Просто посмотрел, все, нет бы скрыть, как прошлого. Да съебался ты нахуй отсюда. Не видишь, я обыскиваю, хули ты до меня доебался. Он в дереве полежит. Так, что тут? Тоже открыть. А, охуенно, тут ничего нет. Просто взял могилу. Ну ебучий мародер, ну все. Крын. О, ебать, они прямо из могилы, оказывается, вылазят. Я что-то даже не видел это. Кстати, это, я еще перед уходом на задание купил топорик новый. На 354 урона. А прошлое оружие я продал, потому что оно было значительно слабее, чем это. То нашел? То не то. Или все, уже могилы закончились в этой зоне. Окей. Это статуя. Опа, краска. Граффити неплохое. Тут что? Тут кто-то статую разъебал. Ну, мародеры, реально. Пиздец. Ебать, ну у меня даже вот в городе такие же валяются, в принципе. Ничего не меняется. Причем вот так же выглядят примерно вот. Нашел знаменитую саблю. Покажи ее Джасиру, если он еще жив. Увидь бы его лицо, когда он получит ее назад. Да, и конечно топориком, блядь, камень ударить, это вообще кайф.
Ебать, это баг, что ли? Или что это? Что с деревом? Это, мне кажется, баг текстур, да? Потому что, блядь, почему-то тень, она прям на самом дереве, а не в другой части. Ну, это странно. Ладно, не суть. Тут подо мной гнездо кругнуло. Интересно. А, нихуя, тут такой прикольный вход. Как в этом, в The Falling. Ой, как у... Не-не-не, не, за... не то сказал. Как в The Forest, во. Там вход в финальную часть игры. Такой. Там такой прыжок и яма огромная. Кстати, еще одна машина. Надо бы залутать ее. Блять. Очень трудно. В принципе, все так же. Блять. Ну, в принципе, да, залутать, пока он там пялит, и можно. Ну, спереди лут. Давай, ты уходи пока что. Ну, давай, уходи. Ты чё? Я вижу... А, он спустился, все. Значит, можно идти. Да, блядь, ну... Ты чё, вернулся, что ли? А, нет, это новый. Потому что тот вон по воде идет. Сука, ты еще и мою сторону почапал. Походу, мне не дадут. Нахуй надо тогда. Не дадут нормально открыть. Бля, ну пизда. Так, не пали, сука. Я прям видел, как я на краешке его зоны осмотра... Был. Похуй абсолютно на этих зомби. Блять, ну я вышел из его зоны, да-да-да. А теперь вот сейчас будет жестко. Бля, бля, бля! Ебать, что? У меня еще бензина нет, это пиздец. И они за мной несутся, как молнии просто. Вот, давай сюда. Ебать, дрифтанул. И съебался. Блять, ну это было эффектно. Чё я выдал? Кладовщик, давай. Поварской нож, заебись. Детали для машины, мины тоже надо мне. В принципе, мне все, кроме щита, надо. Квитанции я буду пока что держать просто так у себя. Как-нибудь, наверное, потом буду записывать. Кстати, нихуя, у тебя золотые призы гонок. А у меня вот нету. Ты откуда их взял? А? Ебать, у тебя глаза красные. И у них такая прикольная анимация лица, он этими, он глазами двигал, бровями двигал, капец. Они постарались конкретно. Так. 6000, что, блядь? Ладно. Чё-то многовато, просто за то, что я пробежался немного. Так, давай начисляй. Ага. Заказ. У меня заказ остался, да? Так, тут еще до хрена. Инвентарь у меня есть, пора продать предметы, которые я немного налутал. Так.
Серп жатвы. Кубышка я не знаю, наверное, ставлю. Продать все. Ну и все, в принципе. Сколько у меня там уже? 173. Нихуя миллиардер, блядь. Надо немножко отъехать и заправить машину. Типа от зомби отъехать. Кто там вопит, блядь? А чё с тенями-то в этой игре? Вы видите, тут тоже тени странные. Вон в магазине. Почему именно в этот заход какие-то тени странные? До этого все нормально было. Так, вот, азарт дальше. Колодец желаний. Давай я, короче, убью вот этого... Чего? Чё, блядь? Одним болтом? Ебануться можно. Ты чё меня кинула? Ты харкнула, что ли, блядь? Не, ну это пиздец. Одним болтом убил? Как? Так, давай, короче, разберу его арматуру, потому что она нихера не стоит. Нахрен мне эти $191. Не, в реальной жизни я, конечно, бы охуел. Я бы рад был бы такой сумме. Ну, плюс к моим деньгам. Но вот в этой игре это бесполезно практически. Ладно. Погнали, короче, тогда на колодец. Никто ничего не... Не, покупать я не собираюсь пока что. У меня он... Сейчас я залезу, и там будет лут. Кстати, там флажок. А это мне надо. Прям издалека видел его. Давай. Аптечка. Вон мачете садовая. Заебись. Спасибо, блядь. Ты взорвался, хотя я тебя даже не касался. Тут обычно вот снизу еще сундук спавнится. Сейчас нету. Блять, иди нахуй. Бам. Давай. Подходи. Минус нахуй. Бам. Упали нахуй двое. Улетели швали. Бам. Ты тоже слетай. Так, ну и последний вроде. Ну, последний из этих бегающих. Нихуя. Ух ты, блядь. Пиздец. Перевернулась нахуй. Блять. Как угомонить зомби? Просто ебашишь ему болт в лицо. Я там скорее кислота, конечно. Что, блять, там женщина прямо в мужчине в зомби заспавнила? А нет, там скорее мужчина наоборот заспавнил. Что это было нахуй? Прямо на моих глазах спаун произошел. Вот, кстати, я помню, вроде какой-то серии говорил про трубы протекающие. И я помню, иногда мог их закрывать. Когда с братом играл, вот тогда я закрывал. Во время записи я их не закрывал, я тогда не видел эту механику.
Это какое-то, наверное, еще задание будет дополнительное, либо что? Или может тут задание будет, если я не буду их закрывать? Давай. Я тут пришел за лутом для машины. Он понадобится мне, конечно, вот из этого силаса. Так, заебись. О, двигатель. Ну, неплохо, в принципе, и титан. Бензинчик. Так, с вас еще всякого говна пособирать. Сигареты премиум класса, неплохо. Так, кстати, у меня по патронам что? Вроде нормально все. Потому что здесь патроны армейские. Ну, короче, пополнять есть боезапас. Неплохо я так подкачал, по сути, уровень этой кучкой зомби. Ебать, меня занесло. Нихуя. Опять статуи, блядь, опять... И опять пещеры, кстати. Чё-то пещер в этой игре многовато уже. Эй, есть кто-нибудь? Нам нужна помощь. Слышите меня? Значит, вы рядом. Мы заперты в доме. И мой муж умирает. Помогите нам, кто-нибудь. А где, блядь? А может, это как раз по заданию, не? Типа, я увидел радиосигнал, я готов помочь, но я не знаю, куда мне направляться. В каком-то доме, а где тут вообще дома-то рядом могут быть? Тут же вроде не надо ни одного намека на дом нету на ближайший там полкилометра. А хотя вот есть. Ясно, они, наверное, на вот этой вот горе, что ли? Ну, то есть я все правильно приехал, да? Ну, в смысле, по заданию, да, а вот по радиосигналу. Кстати, знакомое место. Я, по-моему, сюда этот, когда на собрание вот приехал тогда, задание сюжетное собрание было. Я вроде как раз сюда и приходил. Тогда. Слушай, да, прям вроде сюда я приходил. Ну, теперь вы увидели поездку до собрания, получается, и азарта тоже. А тогда я не записал это, я решил сразу начать около задания. Запись. Опа, краска, мать. Да-да-да-да-да. То самое здание. Снизу, блядь. А, то есть это подниматься не надо, там оно все снизу решается. Да-да-да, в этой вот игре. Значит, мне вообще подниматься не надо, значит, мне надо спуститься. Там вроде вода снизу, давай туда. Ебать, прыжочек. Нихуя себе, я там пролетел метров. А причем заказ ты не выполнил? Я на самую верхушку забрался и все равно заказ не выполнил. Где я тогда 100-метровку это пролечу? Тут он какой-то уступчик. А куда мне тут выходить-то надо? Или еще ниже?
А, следующие подсказки, точно, кстати, да. Чё-то я... Надо тогда ещё Опа. Лоза. Ладно. Так, подсказка. Так, бегите, парни, бегите. Да только сбежать не выйдет. А вашего прошлого призрак везде вас везде увидит. А нашли колодец желаний, спрятанное искать не надо. Темен, блядь. Как зимняя полночь. Губок точно жерло ада. Да, конечно, интонация у меня охуенная. Но что-то я вообще ни хрена не понял. Колодец желаний. Напоминает, кстати, метро. Я помню, там было какое-то вроде озеро или что, которое вывело меня на нужную дорогу. Кстати, не помню, в какой части. Темен, как зимняя полночь. Губок точно жерло ада. Спрятан, искать не надо. Я не понимаю, что мне тогда делать здесь надо? А, бля, я саблю-то и отнес. Надо было сначала саблю отнести. Пиздец. Потайную пещеру под статуей? А я разве нашел ее? Я же вроде не под статую забрался. А мне что, обратно что ли уходить надо? Я не в нужной локации? Или все-таки в нужной? Мне вообще хватит выносливости здесь спуститься, что-то облазить. Можно что-то собрать. Подводные водоросли, кстати, яркие какие-то. Они меня куда-то и ведут, что ли? О, сундук, во. Вот это мне надо было. Во, открыл. Давай. Опять какой-то ствол, да? А, не, это... А, да, наверное, какой-то ствол. Я подумал про саблю, которая здесь написалась. Ну нет, это же прошлое задание. Я когда до этого азарт выполнял, я думал, то, что здесь всегда будет пистолет. Но нет. Здесь только два раза пистолет был. Точнее, три. И сабля. Почему они вдруг изменили? Ну, в смысле, почему не четыре пистолета? А поменьше. Ебать, паркурщик. Опа, чё? Незнакомый странный камень. Уже вроде второй. Я вроде еще где-то находил. А почему камень странный? Он же вроде обычный, блядь. Да, чё? Не понял. Что? Почему я не мог забраться? Чё за фигня? О, новый уровень ловкости, давай. Чё тут? Давай тик-так вкачаю, что? А потом, кстати, можно будет её перекат и ебануть. Это, кстати, тоже очень прикольная штука, очень полезная. Которая мне понадобится.
я почти забрался, вот лестница. Блядь, что, я чуть не упал. Так, а теперь мне пора отсюда выходить, да, и отнести саблю Джасиру. Опа-на. Кстати, давай вот от этого ската, наверное, или нет. Он далеко ведет? Фиг его знает. Моя машиночка. Блять, что-то я немного переборщил. Кстати, там же, вероятно, лут будет, да? Вон там. А мне оно понадобится. Да-да-да, вот. Бам. Кстати, заодно печень доставлю, как я туда приду. Нихуя себе виртуоз, блядь. Пиздец, все равно взорвался, а. Я даже shift бахнул, а. О, кстати, надо залететь. Потому что там есть пометочка, значит там есть что-то кастомистическое для машины. А, и кстати, это походу еще и безопасная зона. А, ну и кстати, тот самый дом, который был в радиосообщении. Значит, тут прям все в одном. Это мне надо. Нихуя ты. И умер, блядь, на диване. На своем любимом месте. Ну. Его туда присосало, потому что он, ну, хотел туда прям умереть на диване. Они, кстати, не обратят внимания на то, что у них потом в доме грязно будет. А тебя там шкафом не придавит? Да, ему похуй. Все? Вы где? А, это безопасная зона теперь? Наверх надо, да? Чё? У меня вот здесь какая-то пометочка. А, чего? Ладно. Ну, раньше я думал, то, что такая метка на какой-то локации, это обозначает только то, что есть какая-то косметическая фигня для машины. Но, походу, нет. Это просто помещается важная точка какая-то. Пиздец, у меня походу что-то в машине сломалось. А то её что-то меня заносит просто невероятно. Ух ты. Нихуя. Взлетел на чем-то. Пиздец. Опа. Опять что-то важное. Давай-ка сбегаю. Заодно вот туда сгоняю, там обычно лес уже. Опа, флажок.
Он же обычно сверху спаунится. Так, чё тут? О, кстати, Марли, это мне бы надо. Так а чё тут, блядь, я не понимаю. Какой-то шкафчик. Домашние припасы, как же... Какая же херня, а? А чё тут? Потому что чё, помечалось же, не просто так. Что здесь? Вот здесь, что ли? Да-да-да, походу там много каких-то предметов. А как туда попасть? Я вижу, что там шкафом закрыто. Значит, там обойти, что ли, надо? Опа, вот дверь. Да, вот окошко. Чё тут? Автомат-кубышка опять. О, драгоценности. Кайф. Супер молотовый вообще. И сундучок. Кстати, легендарный какой-то. Ну понял, прикольно. Вот этот лут, который я наутал, там что ли, тысяч на 5-10, что ли? Потому что вот этот, вот эти вот драгоценные мешочки, именно легендарные, они стоят до хрена. А вот эти вот эфесты, и вот эти фиолетовые эфирические, они тоже не бог стоят, но поменьше, чем легендарный. Нихуя. Чуть не врезался. Кстати, здесь вроде плакальщик был тогда, да? Больше его нет. Можете посмотреть прошлую серию в плейлисте. Да и просто серию. Ну, прошлую. Я там плакальщика убил. Ну, кстати, в отличие от Мертвого острова, здесь ты не можешь просто сбить зомби мини-босса, и он моменталочкой умрет. Здесь оно так не работает. И здесь тебе его конкретно долбить надо. Но в The Falling это намного проще. Просто достал арбалет и все. Так, оставить печень. О, 7,5 плюс. Так, торговаться. Серп у него 303 стоит, мало. 330, кстати, топорик. Но у меня больше будет. Так, садовая мачете фигня. Кукри тоже не надо мне. Рейнджер, почему мне вообще доступно его продать? Так, кстати, полицейская винтовка, надо бы ее апгрейдить, а то я... Давай вот эту вот более худшую кубышку продам. Рейнджер я, наверное, закину в сундук, пусть он там лежит. А то зачем мне с ним бегать? Так, сколько у меня? 182. Я, походу, ошибся в расценке драгоценностей. То, что они подешевле, похоже. Жасир, я с подарком. Поверить не могу. Нашел? Пришлось попотеть. Слушай, если она была тебе так дорога, ты не мог ее дать, да? Долго рассказывать. Я не особо горжусь таким поступком. Скажем так, когда-то я был слишком обеспечен. Но сабля снова моя, спасибо. Да ладно, Жасир, Юли, что случилось? И почту не рассказывать. Все настолько плохо, азарт или что-то другое? Может, тут замешанная женщина? Женщина и петух. Петух, блядь. Это было 5 лет назад. Мама Эсги не стала за 18 лет, за 18 месяцев до того, как я заскучал. А в городе была одна воздушка. She liked chickens. Wait, what, like fried? Жареных куриц она любила. Нет, она их вместо кошек держала. А у Адама был отличный петух. Постой, Жасир, ты хочешь сказать, что поставил дедушку сабу на кон? Малыш, я бы уже... Блядь, я потерялся.
Сам как думаешь, у Адама остались и петух, и дедушкина сабля. Вот на вдове женился. Пиздец, то есть он решил бой петухов устроить и поставил саблю. Ну пиздец. Не ожидал я, конечно, такой от Джасира, он вроде правильный человек. Но тут такое выдал. Так, ладно. Тайный проект, вот на сюжетный режим. Кроличья нора и сердце тьмы. Вот два гнезда прыгунов. Тайный проект, ну... Короче, тут, по сути, конец игры чисто начинается, да? И 90%. Мне опять ничего не накинули. За то, что я задание выполнил. Но... Ладно, я, пожалуй, на этом закончу. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, комментировать, нажимать на колокольчик. Огромное, друзья. Помогите мне добраться до 500 подписчиков. Потому что вот порог уже 400 я пришел. До 500... Ну, иду теперь к 500. Вы можете в этом мне помочь. Ну, и всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.